Пограничники спасли больше 100 осетров, вытащив их из сетей браконьеров Мангыстауской области. На 220 миллионов тенге предотвращен ущерб живой природе, рассказали пограничники. Отпустили в естественную среду обитания и 9 тюленей. Их также поймали браконьеры. Сейчас проходит второй этап совместных оперативно-профилактических мероприятий с сотрудниками пограничной службы прикаспийских государств. С начала октября были задержаны 4 подозреваемых. Их оштрафовали на 122 тысячи тенге. Также были изъяты 4 лодки и больше 27 километров браконьерских сетей. Стоит отметить, что в сентябре текущего года задержано 14 нарушителей пограничного режима. На 9 плавательных средствах извлечено 11500 метров браконьерских сетей, вышедших со своего питания 137 дней экземпляров рыбоустрого пород. Общий вес более 1200 килограмм. Нанесенный государству ущерб составил около 5 миллионов тенге. Предотвращенный ущерб 353 миллионов тенге. Привлечено к ответственности 14 человек на общую сумму 352 245 тенге.